сыры на вине и шампанском, соусы и сухофрукты, варенье и колбасы. Найти выставку-продажу кубанских продуктов «Дары Юга» в Доме культуры железнодорожников легко по запаху. К ней приведет аромат пряностей. Их здесь великое множество. Разнообразные смеси для шашлыка, супа и рыбы будоражат вкусовые рецепторы. Попробовать на этой выставке хочется все. Мы привезли наши традиционные мясные деликатесы, также более 40 видов сыров, твердых, выдержанных на вине, на шампанском. Также сухофрукты наши, которые вот жители Владивостока очень сильно любят. Вот привезли специи, чаи наши краснодарские. Специи у нас более 40 тоже видов, можно подобрать, будь то шашлык или супы. Выставка продажи кубанских продуктов «Дары Юга» во Владивостоке проходит 4-й год. Организаторы готовятся к ней специально. Знают, что во Владивостоке их продукцию ждут и даже создают специальные группы в социальных сетях. Запахи очень вкусные и все красиво выглядит. Как думаете, как на вкус будет? На вкус тоже нам дали попробовать, очень вкусно. Здесь впервые, но с продукцией знакомы и интересует исканины вот попробовать. К холодильнику с мясной продукцией самая настоящая очередь. Кроме традиционных колбас, здесь есть необычные, например, хамон. Спрос высокий на все виды продукции. Буду покупать мясо, буду покупать сало маринованное, колбасу, сыры купила. Мне очень все нравится, очень красивое. Отдельный разговор можно вести про чай. Его здесь также несколько видов. Есть как традиционный черный, так и с различными травяными добавками. Чайный запах перемешивается с ароматом пряностей, создавая на выставке продажи «Дары Юга» непередаваемую атмосферу и перенося покупателей в Краснодарский край. Во-первых, я пришла, посмотрела, я очень люблю приправы разные. Но здесь хорошее разнообразие, видно, что вкус хороший. Особенно чаи, это вообще меня заворожило. Продлится выставка продажи «Дары Юга» до 17 ноября. Но уже сегодня покупатели интересуются, приедут ли в следующем году, какую продукцию привезут и планируют ли еще расширить ассортимент. С пустыми руками отсюда не выходит никто. Ни постоянные покупатели, ни те, кто решил просто заглянуть. Качество этих продуктов в очередной раз подтверждает, если и есть на земле рай, то это Краснодарский край. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.